босс высирает эти сферы, я не знаю, похоже на что. Ну, короче, такие темные сферы, у них 200 кхп. Надо их залить. Кто убивает эту сферу, на том появляется кнопочка такая. Если у вас стандартная панель, где у вас обилки стоят, выше этой панели появляется кнопочка. Аннигиляция на ней написано. Что-то типа такого. То есть, когда босс будет кастовать эту аннигиляцию, вы должны будете его выбрать и нажать эту кнопку. У него сбивается каст. Если вы этого не делаете, это вайп рейда. И третий активируется крестик, да? Ну, я не знаю, может он вторым активироваться. Смотрите, я сейчас меточки поставлю. Достает. Я поставлю, как водить его буду. Мы в центре, правильно будем стоять. Да, если активируется крест, вы становитесь в центре. Соответственно, шаман, ты даешь тотем на антияды. Далин, ты диспелишь свою пати. Шаман диспелит, соответственно, РДДшников свою пати тотемом. Далин, ты диспелишь первая пати. Все, вся тактика босса. Если что непонятно, говорите. Да давай чек на полутой, пошли. Сейчас я спехну. Что с датом на яды? Очищение, по-моему, или как он называется? Ну, очищение, там я не помню, как он называется у тебя. Ну забей, уж так бы не спали. Не-не-не-не, лучше тотем поставь, и сразу у тебя все пати будет диспелиться. Бьем без сопротов, как и я говорил, так что хилы давайте потейте. Войд, если что, ты на Бэйре. Не умираешь. Давайте, поехали. Главное, закрывайте сейчас эти руны. По местам встали, кого я поставил. Царь, на ту сторону. Можете Геру дать. Да лучше потом на ядах. Да, на ядах бесполезно, я дропом не беру, так я ж двигаюсь постоянно. Руны. Руны, готовьтесь. Закрыли. 4 за боссом закрыли. Помогли. Дали нам. Он на нем СС пробахует. Руны. Шивает сильно, тут Геру надо давать было. Руны, готовимся. Закрыли. Турбо умер. Турбо. Это с ядами тотем. Отходите, все в центр, все в центр, все в центр. На следующем боссе РНЖ между собой наберете сразу. Сейчас будет следующий босс скоро. Уже. Прочил Долина. РНЖ между собой набрали. Зарядом. Держим РНЖ. Сферу слили. Сферу заливайте. Сферу залили. Быстро. Аннигиляция кастуется. Быстрее сферу слили. Царь сбивай. Красавчик.
Сферу слили, все в сферу. Геру дай. Царь сбил, красавчик. Давай, давай, сбивай. Геру дать, следующую сферу сбивайте, если появится. Сферу слили, сферу сливаем. Под боссом сфера. Виби, виби, виби. Аннигиляция, сбивай. Добиваем. Все. Молодцы. Даже не лайкнулись. ГЦ, ГЦ. Будет тебе кольцо оставлять или забирать можно? Это просто я вас веду, потому быстро убиваем. Все, добро, давай тогда на кота забираем. Я думал на третий спек, если тебе не нужен. Я не знаю, честно говоря, что на копыте будет. Ну, будем пробовать. Я умру. Да не, не должен. Давайте трэш ем. Кстати, тебя не захилили или что, ты умер? А меня Виби нахуй решил убить проводником. А, красавчик. Оранжевый, значит, не держит. Молодцы. Давай, Войт, там тихо, какой-то от тебя толк будет тут. Знаете, что херово будет, если все-таки надо убивать этого? Скажите, Мороза. Будем возвращаться. Деда? Морозу. Ну, да. Сверху слейте. О, Войт, танку, я же в ДД могу, точно. Плохая идея. Агро. Нормально, нормально, на трэше все четко. Для меня и так два раза босс убил. Нормально. Босс это босс, а трэш это трэш. Типа ты так это отмазался. Не торгай. Не, ну, например, на смотрителях этих. Я ж не могу постоянно ЛП давать. У меня КД идет какие-то. Плюс я не знал, что они таунтятся, я его таунтил сразу. Я привык, что таунт не работает на босса. Там кое-что забыли сзади. И если вдруг убиваем копыта, я предлагаю, ну, как КД продлить, то есть Молчазара тогда не сегодня. Почему? Ну, по времени. Я в РС-ку, короче, хочу пойти. Там моя чешка в боссе. Ага. Если что, Медвей будет онлайн, можете его напрячь. Сказать, что в КД столько-то боссов осталось. Я сегодня начал чулану. На месяц растянется? Ну, я не знаю, на месяц или на неделю.
Час это хорошо, нам еще троих боссов убить до Молчазара. Вот видите, кому-то гнев, кому-то Молчазар. Кому-то погибель. А кому-то просто не хочется умирать в этом даже. Ты тогда можешь вандом бить, бей только на боссах. Ты ж начинаешь сразу бустить, вот потому и умираешь, видишь как? Как я тебе... Не-не, это бесполезно, без разницы. Сразу, потом... У меня нет, кстати, бурста теперь. Так что нету, нечем бурстить, просто... Я черепу дам стан, когда вырастет. Дайте второму стану. Давайте сразу Арана убьем, потом будем копыта. Если что... Ну куда ты пэтом агришь мобов? Ебать. Вот, танчи. Понабирают вот эти по объявлению в рейдах. Взрывы будут. Я бы, конечно, дневок пустоты шаманчиком закрыл бы. Мне так тоже может. Наверное, так. А может друидом? Нет, друид у меня еще. Не дорос, да, бля? Еще немножко 11 левел. Да я уже начал чулану с травой помогать, там уже что-то 40 тирашишек на рыцаре. Кошмарник. 11 уровне? Да нет, у меня есть еще вар. Четвертая ката, 172 item level. Нормально такой. А пока боец, да? Ну он у меня на поставках вырос. Получается, нормально. Я ему пятую кату заработал. И он у меня на поставках вырос. На мага идем.
Тут, по-моему, на зиме прыгать можно, да? Да, да, я сейчас скажу, что вообще делать. Типа Хадир идет? Давайте все вниз. Сейчас я расстановку поставлю. Смотрите, это будет босс. Воид, становись вот сюда. Где он есть? Дайгрин, давай вниз спускайся. Воид, становишься вот где я сейчас прыгаю. Между нами будет здесь турбо стоять. Я буду здесь стоять. Вот где-то вот на таком вот расстоянии от тебя. Сюда становись, царь. Давай, 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 давай. И стойте на месте, кого я поставил. Дайгрин, давай, ты тут стоишь, где и стоишь. Вот отсюда отстань. Остальные становитесь между игроками. Вот, смотрите, то есть становитесь между игроками. Император, нет, на расстоянии, я не так сказал, на расстоянии, ну, на, я не знаю, в 5 метрах, становишься между игроками, чуть дальше, еще дальше. Смотри, отходишь вот сюда назад, например, вот где стол, вот тут будешь стоять, понял? Ну, короче, просто на РНЖ и все. Да, да, особенности босса. Короче, он кастует обморожение. Это стрела вот такая. Обморожение. Есть два каста. Обморожение и усиленное обморожение. То есть обморожение можно сбивать. Это мы, император, будем с тобой сбивать эти касты. Когда кастуется усиленное обморожение, его нельзя сбить. То есть он кого-то возьмет в ледяную такую глыбу. Вот он, например, Вайда взял в глыбу. Как его разморозить? Следующего игрока он меняет цель. И кастует в него... Сейчас, я найду это говно. Кастует в него инфернальная стрела. Кастуется... А там секунду или полторы... Подбежать, когда у вас влетает стрела, а АОЕ эту глыбу размораживает. Как вы разморозили этого персонажа, опять отходите на свое место. Джава не знает, что делать. Это на этой фазе. Это получается на протяжении всех фаз. Он вот это вот будет кастовать. Даже когда он кастует венец пламени, соответственно, никто не двигается. Даже если кого-то в лед взяло. Да-да, весь бой. Потом у него так же самое идет... только венец пламени. Призыв фамильяров. То есть... Помимо венца пламени еще будет призыв фамильяров, может быть. Это появляется 3-3-3-3-3-3-3.
три элементаля появляются. Ромбик, трусы, ромбик, печенька и звездочка. Вы должны будете сразу вливаться в них. То есть моментально убивать. Начинайте с ромбика, потом печеньку, потом звезду. Танки, когда РДДшники начинают бить звезду, то есть мы с тобой, Войт, становимся опять на позиции. Так же, как и стоим, чтобы словить босса. И есть у него третий каст, это бесконечная зима. То есть смотрите, надо постоянно вот так вот прыгать, чтобы меньше на земле секунд находиться. То есть вы должны не вот так вот прыгнули и стали, вы должны постоянно прыгать, хотите со стороны в сторону. Он так же само продолжает кастовать. То есть это все будем стараться сбивать, если что. Должны прыгать, чтобы не получать дамаг. Когда заканчивается... Когда заканчивается бесконечная зима, еще 2 секунды где-то прыгайте, потому что не сразу сходит этот дебаф. То есть вас будет бить в это время. Далин будет хотать, если, ну, я думаю, никто не умрет. Шарпестул, ты будешь щитки кидать так же сам. Главное, не приземляйтесь надолго. То есть сразу прыгайте, 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 когда зима будет. Давайте чек на готовность. Я думаю, наверное, Геру дадим, если фамильяры появятся. Мы будем там его танчить. Вот синяя метка, это я поставил вам примерно, как босс будет стоять. То есть мы с Войдом сейчас заходим за босса, становимся. И так же само вы должны стать, как я вас поставил. Стой, назад, назад, назад. Турбо, севейди его сейчас. Кастани в него ледяную стрелу. Зачем? Заходим. Становимся, как вас расставили. Войд, сюда становись. Вот сюда стань. Рядом друг с другом не стоим. Чуть ренджу берем. Они слишком далеко стоят. Шаман, Виби, они не успеют дышать. Чуть ближе можете подойти. Заморожен. Ты чё, Турбо? Чуть сдвигаемся. Мой косяк, я, короче, не в той стойке был. Все, смотрите, Войда сейчас заморозит, следующий его размораживает. Венец пламени, не двигаемся, не двигаемся. Виби, разморозь Войда. Понятно. Джованни. Встаньте, царь, встань правее от босса. Угу. Сбейте каст, попробуйте. Понятно. Виби разморозили. На ком следующий будет? Нету никого. Давайте заливаем фамильяров. Геру дайте. Быстро, 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 быстро. С креста начинаем.
Следующую метку давайте. Следующего убивайте, танки на позиции, на изготовку. Что-то нам не фартить его постоянно. Вот, забери босса с ним. Сбейте, сбейте. Так, шарпистул, подойди. Бесконечная зима. Сейчас все прыгаем, все прыгаем. Готовимся, прыгаем. Добивайте. Разните. Я так понял, половина не поняла, что делала. Да понятно, тебя заморозило. Расстановка какая-то бомжаская была. Да ну я не в той стойке начал его танчить. Не пойму, что он срывается, понял? Я во власти крови стою, блин, а его раскидало нереально. Босс начал бегать, и, короче, все до жопы пошло. Копыта. Копыта это жестко. Давайте потравим копыта, попробуем. А потом, если что, не сможем, пойдем убьем гнева пустоты. Медитация, там ничего не надо, сбивать косты, вам надо быстрее этого моба слить. И соответственно он будет высирать сферы, через которые вам надо проходить, и вы хилитесь. Чем дальше вы стоите от босса, тем больше вас дамажит. То есть вы, ну, от моба, точнее, в медитации. Надо подходить впритык к мобу, потому что помимо того, что моб бьет по 4-5 тысяч, вас еще дамажит в комнате. Так же самое, по 1006 где-то. Чтобы отхилиться, вам надо через вот эти его кучи проходить, которые он высирает. Высирает. Ну, там так и есть, он их высирает постоянно. Метки для медитации тоже поставь. Сейчас, сейчас. Право-лево для медитации. Да. То есть смотрите, я вам метки поставил для медитации. Дальше этих меток к стенке выходить не надо, потому что на вас перепрыгнет. Перепрыгнет. Сейчас что там перепрыгнет. Демоническая стрела. Не демоническая стрела. А демоническая. Так, ты ничего из тактики не проебал? Я еще ничего не рассказывал.
Ну да, блин, тогда я шаманом хилил, потому и изи убили. Сейчас хилы. Нубы. Будем падать. Не, все отлично с хилами, все супер. Давайте чек на готовность. Танки, правда, говно. С хилами все хорошо. Так, смотрите. Войд, ну вот сейчас есть. Смотрите, что делаем. Войд, ты его поставишь в квадратик, развернешь. Соответственно, я стану вот сюда в трусы, чтобы на меня повесилась демоническая длань. Да, демоническая длань. Да, наоборот, наверное, лучше. Войда сюда на трэш. Ну да. Тем более Мишка лучше трэша агрит, чем ДК. Я Ван Холика спецом спекнулся, чтоб лужу кидать каждые 15 секунд. Мне без разницы. Ладно, Войд, давай ты будешь в трусах стоять. Ну просто сорвем его, он начнет дергаться, туда-сюда бегать, там вдруг не на тебя кинется. Да, тут все фигня. Смотрите, то есть будет на рандомного человека с рейда еще кидаться. Сейчас. Семя порчи. То есть, если этому человеку будет нанесено 5000 дамага, появляются два беса, такие как в Магик. Гер, под конец на 20 или на 30% своих хп они начинают кастовать. Если они докастуют до конца, короче, это шотнет рейд. Соответственно, так же самое вы должны их быстро сливать будете. И я не помню, там касты затыкаются, нет, это проверим. Затыкаются. Будет такая фигня еще появляться, как... метка демона. С этой меткой демона вы будете должны отходить или в печеньку, или в крестик. Смотрите по ситуации. То есть не дальше. Очень близко к стенке не отходить. Я вам меточки поставил, вот примерно ориентир вам в эти метки и становиться. По ситуации это значит, что если чувак стоит в печеньке, то вам в печеньку бежать не надо, вам надо бежать в крест. С этой с этим же дебафом. Да, да. Смотрите, вас будут хилить перед тем, как... То есть вы... На вас появится, короче, такая кнопочка, как когда... Ну, царь не давал увидеть, конечно, это. Появляется кнопочка выше вашей панельки. Уйти в медитацию. То есть вы уходите в медитацию, когда увидели, что у вас фулл ХП. Уходите в медитацию, там злобный бес такой. У него там 200 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь. Что-то типа такого. Вы его должны моментально заливать. Он бьет физической, по-моему, по 5-6 тысяч. И каждые 2 секунды то, что вы находитесь в этой комнате, вас тоже дамажит по 5-6 тысяч. То есть бес, он не так сильно бьет, в отличие от того, как вы чем дольше находитесь в комнате. Чтобы отхилиться, этот бес будет высирать такие сферки. Через эти сферки надо проходить. Прошел через сферку, вас на 12 тысяч отхилило. То есть держитесь поближе к мобу. Хилов танков не кидает. Ну не знаю, в принципе это все. Войд, если что, я буду говорить, когда заберешь с меня босса, чтоб я стаки скинул. Все, давайте чек на готовность. Я думаю, сперва трая его положим. Царь не готов. Царь, что тебе? Гоу. Поехали. Под босс вставать? Да, вы становитесь все в квадрат. Все в квадрат стань. Император, в квадрат. Да я докастить хочу. Додова. Вы на фул? Подожди, пока занято. Войд, дальше к стеночке стань, пожалуйста.
Метка демона на ком? С меткой демона выйди с рейда. На ком метка? Вам печенька. Вот в печеньку становись. Турболёк. Войд, ты сильно близко стал. Надо было к самой стенке становиться. Разворачивайся. Когда медитация будешь, царь, заходишь, убиваешь молот. Ну это вы далеко отходите. Император, вот ты сейчас далеко отошел. Я тебе метку вот поставил. А ты отошел вот сюда, на вот такое расстояние. Давайте падаем, это бред. Метка уже не на войде. Я вам специально поставил метки для того, чтобы вы дальше нее не заходили. Миша, ресы. Турбо, пожалуйста, не врывайся. Да, я его поставлю. И потом только бить будешь. Сманить меня. Давайте шкаф поставим. Если что, ты можешь к магу портануться и добежать. Да. Дживс есть? Не знаю, у меня ничего нет. Не улетите только все. Тоже чиниться пойду. Войд, кстати, тебе босса, когда забирать, тебе не надо на него блинковаться, а то с тебя эта метка спадет. То есть ты просто берешь, таунтишь его на себя, и все, пусть он бежит к тебе. Я, если что, перед таунтю его. Микстурк, смотри, а в комнате нужно убить беса, и собрать сферки, да? Чтобы на... Сферки тебя хилят, то есть ты беса только убиваешь, тебя сразу с комнаты к нам наверх выбрасывают. Это как на Личе, ты когда вот те два моба дерутся, один красный, другой зеленый. Только здесь косты сбивать не надо, здесь надо просто убить этого моба. И тебя бьет и моб, и то, что ты находишься в той комнате. То есть чем ты его быстрее убьешь, тем лучше будет. Собираешь вот эти вот сферы, которые он высирает, просто хилишься ими. Он их там просто кидает по КД, я не знаю, по 3, по 4 штуки. Причем спот себя он их тупо, я же говорю, он как высирает их. Да там двое просто не подбежали во фрейм босса, вот из-за этого... Там не подбежали во фрейм босса раз. То есть тебе надо прямо так жопой упираешься к стенке, понял, Войд? В тебя летит такая по полу, как черная тень, я не знаю. Это получается, ты словил эту метку. И ты должен сразу будешь этих бесов на себя сагрить. Тебе, так как ты танк, не надо ни в медитации, никуда уходить. Просто бьешь босса, у мобов этих, и все. Рыбку кушаем, кому надо, кого сумонить. Не, ну танку действительно там как бы легко. Ну сорвутся на нас пару бесов, ничего страшного, зальем их. У нас есть АОЕ. Так, кстати, этот данж заточен под РДДшников. Реально. Здесь РДД-пати намного проще проходить.
Давайте чек. Все готовы? Даю отчет. Дайте поставить босса, потом бейте. Будет сразу туда в угол становись. Все в квадрат, все в квадрат подходим. Готовимся, демоническая длань на кого? Бля, я ничего не понимаю, почему на нас идет он? Да не надо ничего понимать, просто Войд, вставай под босса и ебошим так этих, прям здесь этих, этот трек. Давай Войд сюда, будем босса переагивать, если что. Просто забираем их, понял, на себя и все. Встань справа от меня чуть-чуть. Забери босса на себя. Все, пацаны, пока. Сфера главная, сфера бери, чтоб отхилиться. Проходишь через нее. Вышел, все, давай, бьешь босс. Турбо, заход эти турбо. Она не скидывает. Пофиксили, ты в рейд вынес, красавчик. Блядь. Ну это падаем. Все, на всех метки, давайте. Выйдем. Так там же можно не медитировать. Ну не будешь медитировать, тебя просто прощет сильно. Ну, а получается. Че, охренеть, пофиксили. Давно уже. Да я 3 недели назад был, скидывал, все нормально. Короче, сейчас будем как делать? Так под боссом стоим и бьем, получается? Я не пойму. Да-да, смысл тут, видишь? Я тогда вам раньше... Да, чё, какая разница? У меня лужа будет хоть по КД, хоть бесы на вас не будут прыгать. Все, давайте попробуем сейчас изи вариант. Тогда... Геру буквально почти сразу с пула давай, да и будем убивать. Главное, не обостритесь с этой меткой, выйдите в печеньку или в крест, чтобы на весь рейд не повесилось. Так в итоге теперь как она работает, если я ее скинул в метки? То есть я подбегу, и она со временем сама сработает? Или... Ну, ты раньше как скидывал, вот скажи. Просто глыбу наверху давал, да? Или что? Я эвейдил ее. Я помню, я заходил внутрь в медитацию и давал глыбу, и меня выбрасывало наверх. Ну а так работает? Или тебя просто не выкинет, я буду стоять просто в глыбе-то? Смотри, ну попробуй, если на тебе медитация будет, если тебя выкинет наверх, то это отлично. Если нет, убиваешь этого беса, так же само собираешь сферки, которые он высирает. Ну, раз мы делаем так, я предлагаю тогда императора, наверное, в хила. И в 3 хила будем убивать, да и все. Да будем дольше. Но... Да зачем? Все же они справлялись. Ну, тут трэш быстро. Да, трэш быстро убивается надо. Шарп, поставь рыбу.
Вот тогда у нас будет задача, смотри. Просто меняемся. Если семя порчи на ком-то из нас будет, то есть на мне семя порчи, забираешь босса ты. Если на тебе семя порчи, забираю его я. И так же самое другие дебафы он там вешает. То есть, ну да, я буду говорить тебе, окей. Рыбу кушайте, давайте, и туда будем зергать. Ну там, чтоб на тебя эта метка, помнишь, как мы с Тёмой это доделали? На него метка кидается, и этих бесов тупо он бьет, да и все. Все, все тут, давайте, даю отчет. Геру? Да, Геру дайте. Вот через 3 секунды забери босса. Спал добав, забираем. Так, злобных бесов точечно убиваем. Молодцы. Череп чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, чуть-чуть. Джованни, чуть-чуть дальше буквально отойди. Угу. Вот, забери босса. Выйдите, выйдите на всех череп. Кто-то прослакал. Бьем, бьем. Не знаю, что будет, конечно. Трэш, бейте все, просто трэш. Бью трэш. Ты сейф. Я дал уже. Беса, беса, долейте. Бред. Один на 6 ляма. Кто-то с меткой прослакал. Я не знаю, он может на танках вешается. Ну я вышел, зашел в медитацию, вроде все на. 1,6 ляма. Ну давайте еще раз встаем, портимся, побежали. Коль у нас сзади никто не стоит, можно дальше. Окей, давай сейчас отодвину меточку, тогда ничего страшного. Если что, поправляйте, я ж ничего не говорю. Не-не, все нормально. Обычно тут всегда Тёма кричал, что делать. Жесткий прохил, жесткий прохил. К
Короче, если забыл слабым... просто, что у нас есть еще гимны на хп. Да, это все фигня. Когда черепа уже в рейде, там посрать, вылазят дофига этих бесов, и они постоянно дальше вылазят. А под конец коста, они, ну, на 20 секундах они ж кастуют там. Под конец коста они просто шотают. Так, дальше метки. Окей. Я не знаю, я вот бесов пробовал на себя забрать. Пипец, они, конечно, дамажат, когда все. Босс, бесы одновременно в себе. Так, нормально квест будет? Ты хоть, блин, к стенке выходи. Самое главное, чтобы близко ко всем не было. Потому что после медитации, когда чувак выходит, он ровно не встает в квадрат ко всем. Это 100%. Он стоит между квадратом и крестиком, квадратом и печенькой. И точно в квадрате не стоит. Из-за этого перекинулось по ходу метра. Ну, короче, смотрите. Ориентир крест печенька. Вы можете прям туда вот к стенке становиться. Давайте СС подождем. Вот, смотрите, вам метки возле стенки. То есть отходите туда, к стенке, на ком череп. Рыбку кушайте, давайте чек на готовность. Да, метка демона. Рыба, вот. Вот я сейчас прыгаю, вот тут рыба. Встаньте с рыбы. Да, Хелон тут, конечно, жестко. Царь, царь, алло, прием, царь. Все тут? Давайте. Ну что опять по Гере, а? Геру. Метка демона 5 секунд. С меткой отошел. Метку захил. Войд, забери босса. Через 7 секунд заберу.
Забери босса. Держи, держи, 15 секунд, держи босса. Прожимайся. Две секунды. Бейте, бейте, зергайте босса. На всех черепа зергайте, кто-то прослакал. Давайте, давайте, давайте. Твою мать. Рецэ. О, долгоног, долгоног, блин, какая трин. Пиздец, блин. Донат, донат. Да, два долгонога, как всегда. Вот ты дракона затанчишь сам, я сейчас тебе расскажу, что делать. Давай я за шамана зайду похилим. Ну, я скажу, что делать, там ничего сложного. Отхилим тебя. Давай одного босса и РС будет. Да может РС, а потом сюда доносить придем на Молчазара нормально. Ну Молчазар, оставим его последним, давай. То есть убиваем сейчас гнева пустоты, это 7-8 минут. Убиваем гнева пустоты, идем в РС. Войт мне выбивает чешку и... Все сейчас. Не, ну просто кто после РС сюда вот пойдет прям точно. Те. Ну, кому нужен Молчазар, те точно пойдут. Молчазар вообще изейший босс, тем более оставит у нас пати РДДшников. Суманите там бесполезного шама. Да, да, в шапе. Давай только вот с бафом бить. А, бля, не ты же считаешь. Ладно, так, меняется все. Хотел просто баф нас по урону потестить. 100%. Так, что ты падаешь? Я не понял. Танк не я. Обычно я тебя роняю пока. Ой, царь, турбо. Турбо.
кто-то из диспельти, кто-то с Вайда. Присты из диспельти. Две минуты есть. 100%, 80% увеличения урона. Так. Миша. Миша, тогда уступи. Или он Дайгрин может. Окей. Дайгрин, давай уступишь ты. Миша, оставайся. Будешь хилить со мной. Потому что я в себе не уверен сегодня. Бери. Малики-то. Где он? Пати ему давай. Не могу пригласить члена другой группы. Войт, смотри. Ты вот сюда будешь вести босса, тут танчить его. Войт, алло, прием. Вот тут, да? Будешь его танчить. Давай я тебе сразу расскажу, что делать на второй фазе. Ну, когда вторая фаза темнеет, ты понял, появляются порталы. То есть он, когда отбегает туда, в центр, сразу подходишь вот сюда. Здесь, получается, будет вот этот красный портал. Берешь его, и все. И по тебе дамаг снижен на 85 или на 90%. То есть вот это вот будет твое моментально в кошку, спринт, давай что-нибудь. Здесь, получается, будет такой красный портал, он как АОЕшный. На метров, я не знаю, метра 2-3 будет он такой. Ты должен в него зайти, взять вот этот вот красный дебаф. Турбо, ты будешь брать синий дебаф или царь. То есть он появляется в противоположной стороне комнаты, куда я сейчас бегу, здесь. Лучше мне. Окей, я возьму. Да там посрать на агро. Так, Миша, давай. Ты стоишь, где стоишь. Сюда становись. Царь, становись сюда, где я сейчас прыгаю. Чтобы боссом мог хотать как-нибудь. Так, окей. Турбо, встань вот сюда, пожалуйста, где я. Здесь буду стоять я, чтобы ближе к танку хилить. Виби, стоишь здесь. Джованни, иди сюда. Джованни, стоишь здесь. Император, иди сюда, стоишь здесь. Для чего я так поставил? Смотрите. Когда босс прибегает к танку, то есть все стоим на своих местах, где я вас поставил. Будет от этого телескопа появится такой шар. С него 3 луча в рейд пойдут. Те, на ком нету луча, идут за этими людьми, вот сюда назад, бьют босса. То есть за спиной проходят и бьют босса. Те, на ком лучи, делают шаг вперед. Выходят, то есть шаг вперед, вот сделал. Разливается под тобой лужа, так же само, как в РС-ке. С тебя диспелят, разливается лужа, только она здесь разливается каждые, например, там 3 секунды, или сколько, я не знаю. То есть разлилась лужа, шаг вперед. Разлилась лужа, шаг вперед. И так же само вы можете идти черт знает куда, ну то есть до самого конца. Но, вот эти лучи, которые выбирают этих троих людей, они не должны пересекаться. Ни в коем разе. То есть вы можете сделать вот так же. Если рядом никого справа, например, слева от меня луч, и на мне луч. То есть я могу пойти вот сюда. Могу назад пойти. Могу вот так вот идти. Делайте, ходите так, чтобы лучи не пересекались. И тогда мы убиваем босса с первого трая. Потом фаза, он становится темным. Он идет вот сюда, вот почти как к телескопу.
То есть все должны, только не через эти лужи, которые оставили люди с лучами. Все должны пойти за спину босса. Потому что перед собой, если будет, ну, перед боссом будете стоять, он будет давать по 40к, по-моему, дамага, я не помню, там до хрена. То есть вы должны быстро, моментально за жопу босса стать. Да, и смотрите, когда он темный, то есть никто не бьет его, потому что по вам назад дамаг возвращается. Я скажу, когда бить, и Гера дастся вам для этого. Давайте чек на понятие тактики, если поняли, то будем пулить. Главное, все стойте, пока лучи не выбрали цели. Все готовы? Войд, давай, Агри. Ждем, ждем лучи. Не бейте босса! Врата пустоты, ждем лучи. Лучи, шаг вперед. Император, будешь себя хилить, можешь влево идти сразу. Лужа развилась, шаг вперед. В чем проблема? Сорвали? Падайте. Сейчас заново буду рассказывать. С тебя агро сорвали. Это раз. Во-вторых, с лучами накосячили. Шарпи, а это мы с тобой струйки скрестили, да? Если вы скрестили эти струйки, вас откидывают черт знает куда. Вот, то есть, как вы сейчас и сделали. Если видишь, что два рядом луча, и слева от тебя никого нету, ну, то есть, с лучом, просто уходишь налево. Или так же самое справа от тебя никого нету. Просто идешь направо, делаешь шаг вперед. Лужа развилась, шаг вперед. Не надо бегать сразу, черт знает куда, до телескопа, как побежал этот. Я не знаю, кто побежал этот. Войд, ну тебя, наверное, не прохилили, потому что, не знаю. Я на тебя еще ни одну ходку не успел кинуть. Ну, смотри, я тут ДКшкой танчил, у меня было 58 кхп. Я не знаю, что тебя так пробило. То, что он красный портал не взял, походу. Вот его так. Нет, и красный портал берется на второй фазе. Сейчас ничего не берется. То есть сейчас босс какой есть, он так и бьется. На второй фазе появляются вот эти порталы. То есть Войд сразу на второй фазе должен красный портал моментально брать. Немножко летанул, значит, как бы туда дефа нет. Ну, а у других даже дефа нету. Я хер его знает. Броня только, да и все. Войд, пропей сопрот. Возьми с ГБ, пропей сопротик. Тыкните. Ну, я говорю, меня даже магия ДК не пробивала ничего. Не знаю. Это может просто какой-то баг. Сейчас забафаем тебя, чтобы было 80к хп, не знаю. Не, косты не сбиваются.
Ну, я попробую, конечно, сбить, но, по-моему, косты не сбиваются. Рыбу покушай. Дайте каску. Встаньте по местам, как я расстановку поставил. Дайте ему поставить босса, не бейте сразу, не вливайтесь. Ага, я тут стою, я понял. Запоминайте свои цели, где кто стоит. Начинайте бить, когда он поставит босса, и сильно что не вливайтесь, на пола нету. Когда РС? Сейчас гнева пустоты убиваем, РС. Все, мы траем. Мы тут на этом. Окей, понял. Сильно не вливайтесь. Глыбу давай, труба, красавчик. Шаг вперед. На ком шаг вперед добавь. Кратер, сам себя хилишь. Если вдруг просаживаешься по ХП. Вперед чуть веди, шарп. Император, не упади! Слакер. Да я себя хилить не могу чего-то. Вставалка есть, нет? Так, побежали все в центр, в лужу не идем. Давайте, 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 быстрее, быстрее, за жопу босса. Войд, смотри, где красный портал будет. А, ты взял, да, уже, походу? Угу, красавчик. Не бейте босса, не бейте босса, отражение идет. Что ж вы такие глупые-то, ё-моё. Он цвет поменяет, когда... Все, бейте, дебаф с него спал. Вой, прожмись. Да он так уже все отдал. Вы его нихуя не хилите. А почему он вообще не забежал за жопу тоже? Да. Перед лицом стоять нельзя. Все, все, падайте. Ладно, короче, это бред, я на ДК захожу. Ты, получается, наверное, красный портал поздно взял, потому что там дамаг по тебе такой не должен вшиваться был сразу. Хилить мы тебя никак не могли.
Там не надо, чтобы ты к дракону бежал. Смотри, вот как я с Тёмой все время делали. Вот ты стоял там возле столика, да, вот танковал его. Босс побежал, просто, получается, подходишь как почти ко второму столику. И ловиться будет этот дебаф. Может, он в тебя разок кастануть. То есть тебя откинет, и до второго каста ты должен словить эту лужу. То есть, я же говорю, разок он может в тебя кастануть. Там мастер уже РС-ку собирает. Пусть собирает. Стурка, может, вот еще отвечу на вопрос, смотри, вот. Это я вот тот шаман, который погиб. Да. Я, то есть, разливал лужи, все нормально. Я себя то могу хилить, то не могу хилить. Это что за хуйня? Знаю. Значит, должен Шерпест тут помогать тебе, булдоту на тебя кидать. Ну да, в ШП сейчас накину. Ну не будешь на него доту кидать, будет падать. Какая разница в ШП кидать там малышей? Фото. Во-вторых, обновление. В-третьих, я думал, что он сам себя захилит. Потому что, блин, я срываюсь, что тебя хилит, что его свайда, и Войд по ХП просаживается. Ты там зашел на ДК? Сейчас. Чем могу помочь? А кидай, пати. Ну, плюсик. Сейчас мастер даст. Ты где? Плюсуйте в гильдии. Подожди. Войд, кикни шамана. Встаньте еще раз, кого я ставил на свои квадраты. Не-не-не, Миша, остановись, я там не стою. Остановись, да, вот сюда. Поставьте меня вместо... А, или вот здесь автор. Может, смотрите, пустое место, все, будешь тут хилить. А вы в каре на гневе еще? Мы... Гнев остался и молчазарным. Я на гнева пошел бы с вами. Могу тебе уступить. Давайте просто закроем. Это слишком много времени. Вы сейчас гнева тратите еще или? Давай, кто уступает. Я уступлю. Нет, не пулим. Турбо дай порт, пожалуйста, давай. Не принимай пока что суммон. Все, принимай. Ты еще киньте, не суммонула. Масса ли стадио? Не, не знаю. А он разве онлайн? А, он. Но он мне плеснул, наверное.
Я видел, он говорил часто, что он на работе, типа, он может отходить. А кто, Джованни, да, уступил? Да, да, да. Джованни, ты когда надо? Да, он мне когда же. Зоэл, ну ты где? Джованни еще в каре. Не, я в Долоране вот вообще. В Долоране. Ну, два первых сума меня не сумонило. Какой мой я даже.